Вот сосна. Сантиметров 80 она в комле. Живая, здоровая, очень жаль. Но она находится в плане посадки дома, к сожалению. Поэтому приходится убирать. У нее наклон на нас, сюда. А здесь проходит вот 0,4 кв. Видно, да? Готов полиспаст. Вот веревочка висит. Он еще пока просто не натянутый, подготовленный. Естественно, не подпила, ничего не делалось. Сейчас я ее протяну, посмотрим относительно вот этой вот березы, насколько я его обычным пятикратным полиспастиком. Так вот заметно, да, что вот выше проводов макушечка пошла влево. Была маленечко вправо, пошла влево. Две оттяжечные веревки. На стволе они завязаны карабинной удавкой с тремя шлагами. Здесь они стоят на двух, соответственно, рескью-цендерах на такелажную пластину. И на нее же, на такелажную пластину, пятикратный полик за вот ту вот базу, вот на той сосне. Она тоже потом пойдет, к сожалению. Вот. Сейчас либо кратность повысить, либо просто уже подпил делать. Сейчас, может, вдвоем подтянем. Мало еще изменилось, хотя вот макушечка подалась влево еще больше. Это я тащу пятикратным полиспастом. Первый пятикратный полиспаст. 25 теоретического выигрыша. Идет нормально. Ну, сейчас еще подтяну и, видимо, уже все-таки буду делать подпил. Вообще, как будто ничего не меняется, да? Хотя я там уже сделал подпил. Наверное, процентов 40 диаметра глубина. Сейчас буду делать пропил. Камеру где-нибудь снизу поставлю. И буду его фигачить. Синхронно буду тянуть. Это вот та первая валяется. Следующую. У него наклон от нас. А там, на том участке, это уже на границе участка, там уже некоторое строение имеется. Поэтому надо ее тащить сюда. Также двойная оттяжечка. Два рескью-цендера, такие важные пластины. Пятикратный полиспаст свисает за стопоренным узлом. Ходовой конец полиспаста. Сейчас буду натягивать, смотреть, как изменится. Видно, да? Что у него наклончик влево. Вот. И ветер тут постоянно сейчас порывами гуляет туда-сюда, нехорошо. Сюда ронять нельзя. На нас тоже нехорошо. Туда вниз. Можно было, но там болотина какая-то и тянуть особо не за что. Так что тянем туда. Только легла. Только легла. Куда хотели. Жаль, но что делать?